Привет, это «Камчатка» с Александром Петровым. Александр Сергеевич Пушкин был неправ. Когда писал «Зимы ждала-ждала природа», снег выпал только в январе. Зима пришла в Петропавловск в конце декабря. И поэтому нужно посмотреть, совсем немного посмотреть, на зиму в Елизаве и в краевом центре. В Елизаве я не отходил далеко от автостанции. Прогулялся по маленькому пятачку. После обеда в пятницу в центральной части Елизава полностью отключили электричество. Не работали даже светофоры. Но надо сказать, что многие водители сидели по домам, поэтому автоматических мобилей было не так много. И водители вежливо пропускали пешеходов на переходах, которые светофорами из-за отсутствия электрической энергии не регулировались. Вот посмотрите на один перекресток. Как здесь все имело место быть. Видите, вот пешеход пропустил автоматический мобиль, потом пешеход пошагал, пропустили его. Будьте взаимовежливы. А это район автостанции. Мы видим детскую поликлинику, видим нерегулируемый из-за отсутствия электричества переход. Птицам метель не помеха. Они ищут себе пропитание в любую погоду. А снег все усиливается. Люди добираются в столицу Камчатского края на маршрутных таксомоторах. Пожалуй, пора и мне ехать. И я тоже сел в маршрутный таксомотор, идущий от Елизава до КП, контрольного пункта, как я уже говорил, по ошибке называемого Комсомольской площадью. И вот мы выезжаем, вот аэропорт пуст, потому что местные рейсы отменены все, и ряд рейсов с материка тоже не дошел до Камчатки. Стекло все время забивается снегом. Водитель маршрутного таксомотора выходит регулярно и чистит стекло. Но вот мы движемся дальше. Едем по старой трассе, которая ведет из Елизава в Петропавловск. Вот уже спуск с 13-го километра. Дорога не представляет из себя ничего из ряда вон выходящего, хотя снег достаточно сильный, но движение, надо заметить, не настолько сильно. А вот кольцо на тещином языке. Но на нем тоже нет никакой пробки. И сейчас мы будем подниматься вверх, в сторону знаменитой стелы скульптора Юрия Копытовского, на которой изображены две каравеллы. Почему каравеллы? Потому что на этих кораблях по три мачты, а у пакетботов две мачты. Вот мы, наконец, добрались до Петропавловска. Подъезжаем к 10-му километру, к автостанции. Правда, автостанция уже снесена. Следующий отрезок нашего пути от 10-го километра до КП. Давайте посмотрим на Петропавловск в пургу. Мы выезжаем с 10-го километра и двигаемся по проспекту Победы. Да, вот тут уже есть пробки, поэтому наше движение достаточно медленное.
проезжаем поворот к пищекомбинату. Сейчас появится бывший дом культуры «Авангард». Сейчас в нем остался лишь спортивный зал, а все остальное принадлежит коммерсантам и торгашам. Едем, останавливаемся, едем. И это еще не самая страшная пробка, потому что, как я уже говорил, из-за непогоды многие водители не выехали на дороге полуострова. Вот поворот на бульвар Пипа, на Институт вулканологии, и треугольник – это имитация вулкана. На треугольнике была надпись «Институт вулканологии». Мы уже проехали и движемся в сторону 8-го километра. Серые, унылые брежневские пятиэтажки. Не так много людей на остановках, но, может быть, дело еще и в том, что сейчас не час пик. Сейчас раннее послеобеденное время. Вот они, бывшая почта, бывшая аптека, закрытая на лопаты. И мы подъезжаем к 8-му километру, к повороту на улицу Молчанова. Скоро-скоро будет этот поворот. Но мы его увидим или нет? Сейчас поглядим. Движемся, движемся. Нет, не увидели. Но теперь мы уже в районе АЗС, автозаправочной станции. Гастарбайтеры с лопатами. Вяло-вяло, но работают. Едем в сторону силуэта. Сейчас мелькнет здание, на котором, слава богу, больше нет уродливых кариатид. Я, кстати, делал обзор 5 самых отвратительных построек Петропавловска, и вот эта постройка заняла там одно из лидирующих мест. Перед силуэтом опять стали в пробку. Грейдер чистит дорогу, медленно двинулись. Наконец-то двинулись, пересекаем поворот на улицу Лукашевского, пересекаем развилку силуэта, едем в сторону 6-го километра. Люди под снегом на остановках ждут автобуса. Подъезжаем к 6-му километру. А вот сейчас мы видим кафедральный собор в честь Святой Живоначальной Троицы. Вот он прямо в кадре перед нами. Первая на Камчатке 16-этажка. До КП осталось совсем немного. И вот теперь мы доехали до КП. Здесь также идет снег, здесь нечищенные обочины, но снегоуборочная техника работает. Вот, мы за автобусом видим КАМАЗ, который предназначен именно для очистки снега. Транспорт движется медленно и вяло. Это я нахожусь наверху, на балконе торгового центра. Внизу очень длинный, трехминутный пешеходный переход. И мы сейчас увидим, как по нему за 20 секунд идут люди. Потом больше трех минут они ожидают, потому что по надземному переходу люди ходят очень мало. А вот это снято, кстати, именно через окошко надземного перехода, через мутное грязное окошко. Надо отдать должное, что как только началась пурга, снегоуборочная техника обильно вышла на улицы.
В этом отношении нареканий к местным властям нет. Пешеходов на улицах не так много. Не все хотят в такую непогоду выходить из теплых, уютных домов. Но пора ехать и мне. И я начинаю свой путь в сторону своего поселка Заозерного. Выезжаю на улицу Пограничную и потихоньку, не торопясь, двигаюсь в сторону дома, милого дома. На самом деле, то, что вы видите на экране, ускорено в 3 раза. Это видно по походке людей, это видно по скорости мелькания дворников. Надо же как-то уважать ваше время за сэкономленные минуты. Вы можете посмотреть еще один ролик на Ютубе. Двигаюсь по улице Пограничной. Бывший кинотеатр «Россия», России больше нет. Там сейчас авторемонт. А вот это уже недалеко от моей деревни. Как говорится, свету белого не видно. То есть видимость очень плохая. Видео не передает всех ужасов камчатской непогоды. Подъезжаю к дому. На малолитражках здесь соваться нет смысла. Они быстро сядут на брюхо. И вот я дома. Вот так вот в столицу Камчатского края пришла зима. Вот так вот я показал, а вы посмотрели, снег в Елизаве и в Петропавловске. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится иногда время от времени наблюдать на моем канале всякие аспекты камчатской жизни, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то посмотрите вот на эту подсказку в правом нижнем углу кадра. Если вы выполните то, что вам подсказано, выполнили, молодцы, то вы не пропустите новые ролики на моем канале. До свидания.